Как убрать висячий живот очень полным людям? Меня зовут Спартак, мне 41 год, я фитнес-тренер из Симферополя. И сейчас я расскажу тебе, что нужно делать. Большой живот – это большая проблема, особенно касается тех, кто весит больше 100 кг. В комментариях к моим прошлым видео я часто вижу сообщения от людей, которые не могут выполнять мои упражнения по одной простой причине – их вес уже 120+. Любой живот можно убрать, так что давайте решим вашу проблему вместе. Все, что тебе нужно – это наладить питание и тренировки. По питанию смотри первое закрепленное видео. В нем я раздаю меню для похудения на целую неделю. Ну а теперь тренировки для очень полных людей. Погнали! Первое упражнение очень простое. Ручки по швам. Теперь на выдохе поднимаем руки и одновременно отставляем одну ногу в сторону. И назад. Одна минута. Второе упражнение тоже очень простое. Ручки расставили и теперь пытаемся дотянуться пальцами одной руки до носка противоположной ноги. На выдохе. Одна минута. Ну и третье упражнение. Руки за голову. И теперь пытаемся дотянуться локтем к колену. На выдохе. Одна минута. Сделали 3 минуты. Это один круг. Вам нужно 2-3 таких круга каждый день. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Вы его обязательно сохраните и подпишитесь.